Пресс-центр Retail.ru продолжает вещать прямо отсюда с конференции X5 «Диалог». И мы продолжаем поздравлять победителей в разных номинациях. На этот раз это номинация «Стратегический проект года». Петр Минашкин, Марава Пак. Петр, расскажите, что для вас эта награда? Это признание нашей работы. На самом деле это сложный был проект по его реализации. То есть он был долгий подготовительный процесс. Мы еще до сих пор находимся в стадии развития проекта. И давайте дубль снова. Можем продолжать. Попарежьте, да? И для нас это оценка нашей работы. И на самом деле мы благодарны нашим партнерам, потому что это действительно партнерский проект, потому что все, что какие-то вопросы у нас возникали, мы решали сообща. И, собственно, благодаря не только нашим усилиям, а нашим партнерам группы компании X5, этот проект был создан. Ну, по названию вашей компании «Марава Пак» я могу догадаться, что это что-то связанное с упаковкой. Расскажите поподробнее. Да, мы упаковываем STM сыров компании «Пятерочка», сети «Пятерочка». И в чем же заключался, собственно, проект, вот за который получена награда? Проект заключался в том, что для компании необходимо было сохранить качество продукта и не увеличить стоимость фасовки. То есть мы, по сути, все это выполнили. И в процессе находимся этого проекта. Как вам удалось этого достичь, если не секрет? Это секрет. Я все понимаю. Планы на будущее. Расскажите, 2022 год грядет. Что-то уже планировали в тандеме с X5? Вы знаете, мы сейчас все увлечены проектом «Честный знак». У нас очень большая модернизация на предприятии. И сейчас вот только этим занимаемся. Спасибо вам большое. Удачной конференции, удачных новых идей. Спасибо.